Europe. I sure do love those country girls with the big blue eyes and the long brown curls. There ain't no girls like country girls, those country girls for me. I'm gonna love those country girls forever. Those little beauties from the never, never. Come play with me along to get mother. Gorgeous country. The country girls for me. There's lots of girls who live in the city. Yes, they are so smart, and they are so pretty. Country girls for the big blue eyes and the long blue curls. Right now, girls for my country girls. Five country girls for me. Right now, girls for country girls. Country girls for me. Yeah. Those country girls. Тише, детка, не плачь. Вечер украл свет с небес. Деревья окружают тебя, они твои друзья. Так что, детка, не плачь. Люди. Ну дай мне. Which one, boss? Которая, босс? Which one? Которая что? Ну, which one которая будем down? Срезать-то? All of them. Все. Но can't мы не можем так boss? Поступать, oh, босс. Не можем, да? Okay. Ну, хорошо. You're the boss. Вы босс. Кто об этом узнает? Мы много нарубим. Но это же противозаконно, но... Тревога, тревога! Люди в лесу, тревога! Тревога! Блинки, ты никуда не пойдешь. Да, 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 мама. Я скоро вернусь. Валю. Thank you.
Блинки, блинки, блинки. Бегите. Но я вам скажу, они не имеют права так поступать. Это против закона мэра. Тревога! Тревога! Эвакуируйтесь! Все убегайте! Убегайте! Валю! Миссис Куала! Миссис Куала! Что происходит? Чего вы ждете? Бегите, бегите! Они уничтожают деревню! Бегите с нами! Скорее! Валю! Мама, мама, мама. Мама! Мама! Мама!
Пошли. Нам нужно уходить отсюда. Здесь никого не осталось. Пошли скорее. Как тебя зовут? Я не знаю. Но ты же должен знать, кто ты такой. Я не знаю. А как тебя зовут? Меня зовут деревенской девушкой, но я просто нация с высоких деревьев. Высокие деревья? Не вижу я здесь никаких высоких деревьев. Они здесь были вчера. Ну что ж, теперь их больше нет. Ни деревьев, ни друзей. Ничего. Это ужасно. Слышишь? Люди. Будь осторожен. Я буду нас защищать. Не волнуйся. Я покажу ему. А ну, идите сюда, чтобы я мог вас видеть. Да это же старик Вомбат. Блинки. Он не может вспомнить, кто он такой. Он вообще ничего не помнит. Садись, Блинки Билл. А откуда ты знаешь, как меня зовут? Я знаю о тебе все, мой друг. Я даже помню день, когда ты родился. Все были счастливы, готовились к большому празднованию. Миссис Куала родила ребенка. Это мальчик. Малыш Куала. Как его зовут? Я вообще-то еще не определилась, мистер Кенгуру. Я по-прежнему зову его просто Малыш. А почему тебе не назвать его Сплатч, Большое Пятно? Также нашего малыша зовут... Ой, да прекрати ты, Сплодж. Сплодж. Какая глупость, это кенгуриное имя. Да, нельзя, чтобы было два Сплоджа, не так ли? А вот Флап Попрыгун, хорошее имя. Что такое с Флапом, не так? Мы зовем нашего малыша Флапом. Зовите его Джата. Как моего малыша. Нет, Кокобара. Джата, глупыш. Марсия. Да он же мальчик. Это нелепо. Это глупо. Спасибо. А как вы думаете, миссис Куала? Ну, я думала назвать его Уолтером или... Блюгамом или Биллом. А вот это хорошее имя. Но выглядит ли он так, как должен выглядеть Билл? Можно нам на него посмотреть? Привет, Билл. Моргает. Моргающий Билл. Блинки Билл. Неплохое имя для маленького малыша. Моргающий Билл. Блинки Билл. Знаешь, что я тебе скажу, Блинки? Твоя мать все время трудилась, день и ночь, только ради тебя. Посмотри на свои штанишки. Смотри, чтобы они были чистыми. Причешись. Я уже причесался. Зубы. Да, мама. Покажи мне. Что у тебя в кармане? О, нет. Это ты в школу не возьмешь. Нет, это слишком опасно.
Итак, вот твой обед, да. Фрукты взял? Да, мама. А ты меня поцелуешь? Ну хорошо, теперь иди. И я ожидаю, что ты будешь сегодня вести себя как можно лучше. Ну, конечно, буду. Ты знаешь меня, мама. Я всегда веду себя как можно лучше. И не испачкай штанишки. Причеши волосы. Да, мама. Почисть зубы. Да, мама. Веди себя как можно лучше. Да, мама. Ну вот. Привет, банда! Хотите посмотреть мой новый фокус? Он вам понравится. Он просто замечательный. Я вам покажу. Идемте. Смотрите. Эй, глуп! Уйди! Уверен, вот так ты не умеешь. Уверен, что умею. Ну-ка дай мне. Ты дурачок. Посмотри, что ты наделал. Но я этого не делал. Это же ты сделал. Я в линке. Ах, ты маленький пройдоха. Я сам лично отведу тебя в школу, Блинки Билл. Ну, подожди. Пошли, Блинки, а то мы опоздаем. Школа. Старик Вомба никогда не ходил в школу, а знает все. И посмотрите на мэра Пеликана, он ходил в школу и по-прежнему такой же тупой, как будто и не ходил. У тебя будут проблемы, Блинки. Ну давай, кукушка, кукуй. Нет, только без 10:09 еще. Сейчас уже 9 часов. Выходи сама, посмотри. Когда я говорю выйти куковать, ты должна выйти и начать куковать. Понятно? Школа. Опять опоздали. За это я всех вас оставлю после занятий. Нет, нет, тишина. Перекличка. Спладж? Да, мисс. Джако? Здесь, мисс. Флап? Да, мисс. Марсия, мышь? Марсия, сумчатая мышь. Здесь. И Блинки. Билл. Ага. Да, молодой человек, надо говорить, а не ага. Вы слышали меня? Ага. Белый кролик. Белый кролик. Голубой кролик. А ну выходи, вон. Блинки Билл. Она же сказала мне, чтобы я ушел, да? А я всегда делаю то, что мне говорят. Рыба. Необычайно. Доброй рыбалки, Вомба. Не зови меня Вомба. Я Вомбат. Но вы будете квакать или нет?
Вот это да. Я никогда такого не видел раньше. Малыши, вы все знаете, что частью вашего взросления является наука о кваканье. А теперь я хочу, чтобы вы все спели со мной и научились квакать. Раз, два, три. When you're catching a fly, why do you cry? Gribbit, gribbit, yeah, gribbit, gribbit. A mosquito goes by, why do you cry? Gribbit, gribbit, gribbit. When your mom starts to sigh with a tear in her eye, you don't know what you should reply. Yeah, gribbit, 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 gribbit. Bum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-bum-bum. Gribbit in the water, gribbit on the land, gribbit up a gum tree, gribbit in the sand. You can gribbit me and I'll gribbit you. Any old excuse will do on a beautiful day. Why you say, gribbit, gribbit, yeah, gribbit. When you're dancing ballet, why you say, gribbit, gribbit, gribbit. When life is okay, thing hangs away, what do you say, hip hip hooray, yeah, gribbit, gribbit. Gribbit, gribbit, da ba da ba da ba da ba bum. Gribbit when you're happy, gribbit when you're bad, gribbit when you're angry, gribbit when you're sad. Gribbit. You can gribbit me and I'll gribbit you. Any old excuse will do on a beautiful day. What do you say? Gribbit, gribbit, yeah, gribbit, gribbit. When you're dancing ballet, what do you say? Gribbit, gribbit, gribbit. Что случилось? Я ничего не слышу. Вы собираетесь квакать или нет? Лягушки, которые не умеют квакать. Какой ужас, какой стыд. Миссис Патти, я могу заставить их квакать? Уйди, Блинки. Сама уйди, ты большеглазая уродина. Что ты сказал? Прекрасные глаза. Я сказал, что у вас огромные, прекрасные глаза. Спасибо. Что ты там говорил о кваканье? Я уже много лет учу всех квакать. О, нет, я могу научить их. Что ты знаешь о том, как учить лягушек квакать? Я учил слонов квакать. Слонов? Ну-ка покажи мне. Ну давайте, лягушечки, идите сюда, смотрите. Этот способ никогда меня не подводил. Осторожно, Блинки. Что ты делаешь? Раз, два, три. Прекрати, прекрати, прекрати. Что это? Осторожно. Поставь их на землю. Необычайно. А со слонами получилось. Теперь прошу внимания, дети. Послушайте, что я вам скажу. Не разговаривайте, когда я учу вас. Сегодня мы кое-чему научимся новому. Это очень просто. Вы быстро все поймете. Мы сегодня будем заниматься арифметикой. Это очень просто. Повторяйте за мной. Раз и раз, два. Два и два, четыре. Три и три, шесть. Четыре и четыре, восемь. Пять и пять, десять. А теперь заново. А ну тихо.
What's so funny? Что такого смешного? Ты? Где ты был? Я все время здесь был, мисс. А я тебя не видела. Ну, наверное, вам нужно завести себе очки побольше, мисс. Ты был здесь все время, да? Ну, тогда, может быть, мастер Билл, ты сможешь правильно пропеть арифметическую песенку, которую мы изучали, хорошо? Боже мой, что это? Я запомнил мелодию, но забыл слова. Уходи, вон. Ну вот, снова. Счастливо. Да, веселье – очень тяжелая работа. Необычайно. Ух ты! А это что такое было? Посмотрите, что вы наделали! Эй! Вы уничтожили мой сэндвич! Эй, ты! Отдай мне это! Это мой бутерброд! Вернись, вернись сейчас же. Ну, я до тебя доберусь, ты еще пожалеешь. Магазин. А ну, вернись сюда, ты глупая птица. Ну, и чирикай. Подожди, я до тебя доберусь. Здесь продается наживка. А это что? Необычайно. Леденцы с жевательной резинкой. Oh!
необычайно. Мука. Привидение. У меня в магазине привидение. А ну иди сюда. Ты маленький дьявол, ты маленькое чудовище. Ненавижу коал. Все, отправишься в зоопарк. Интересно, чего это она задумала? Некоторые из нас ненавидят антилоп. Моя мать не выносит кошек, а я ненавижу коал. Я в самом деле ненавижу коал. Мне тошно от них. Я их просто ненавижу. Некоторые из нас ненавидят осьминогов. Некоторые презирают пираний. Мой отец боялся тарантулов, а я ненавижу коал. Вот это да. Ну, она точно не в себе. А я-то думала, что наша школьная учительница плохая. Эти люди гораздо хуже. Необычайно. Алло? Меня зовут Тим. Я живу в Куала-Вонге. У меня в магазине коала. Белый. Что вы хотите сказать? Поздравляйте меня. Если вы изволите оскорблять меня, я на вас донесу. Дикий? Да он сумасшедший просто, отвратительный, вонючий. Забирайте его себе. Можете его получить. Хорошо. Все. Отправишься в зоопарк. Что? Помогите. Блинки, Билл, ты плохой. Плохой мальчишка. Очень плохой. Меня убили. Ты маленький кошмар. Я не знала, куда ты делся. Всю ночь провела на ногах, беспокоилась. А тебе плевать на твою бедную старую матушку. Какой у меня сын. И просто посмотри на свои штанишки. Я знаю, тебе больно, но теперь, наверное, ты наконец-то запомнишь, как быть хорошим мальчиком. О, Блинки-Блинки. Бедная мама. Не нужно мне было так поступать. Мне теперь ее очень жаль. Наверное, она очень беспокоится. Теперь все это произошло, мне нужно найти ее. Она, наверное, в лагере. Туда все отправились. Ну так пошли. Нет, нет, нет. Для меня это не так просто. Я тебя понесу. Запрыгивай ко мне на спину. Нет, нет, сынок. Знаешь, я вообще-то уже немножечко старова для того, чтобы прыгать куда-нибудь. Лагерь находится в той стороне. Вы с Натси идите, а я сперва выпью чашечку чая и последую за вами. Хорошо, Вомбо, Блинки. Не зови меня Вомбо. Я Вомбат. Запомни это. Вомбат. Хорошо, Вомбат. Он хороший друг, этот Вомбо. Я его в самом деле люблю.
Гранти. Это бабушка Гранти. Привет, бабушка Гранти. Ты тоже в лагерь, да? Ты тоже в лагерь отправляешься. Да, сегодня очень сыро. В это время года обычно бывает очень сыро. В лагерь, бабушка, в лагерь. В лагерь. Я тебя туда отвезу. Что? Женишься на мне, а, глупенький? Да я достаточно стара для того, чтобы быть твоей бабушкой. Почему тебе просто не отвезти меня в лагерь вместо этого? Запрыгивай, бабушка. Поплыли. Подождите. Помогите. Нация. Держи. Смотри, пап, это Блинки. Блинки, иди к нам, присоединяйся. Блинки, привет. Вы не видели мою маму? Ее, наверное, убили. Старина. Очень много зверей убежало в пещеры. А мою маму вы не видели? Она была в своем домике. Она не захотела уйти. Я просил ее пойти с нами. Идемте с нами, миссис Куала, скорее. Они же уничтожают деревню. Я никуда не пойду. Никогда. Зачем мне уходить? Они не могут заставить меня уйти. Я здесь родилась. Я здесь выросла. Я с этого дерева никуда не уйду. Это мой дом. После этого я ее больше не видел. Ну, я лучше пойду. Увидимся в пещерах. Следующий. Кто следующий? Сай. Подпишись. Время 8 часов. Подписывайся здесь. Здесь. Ну, конечно, я слышу. Я не глухая. Я сказал, подписывайся в книжке. В книжке, в книжке, в книжке. Смотреть, смотреть, куда? Ладно, проходи. Но я еще не подписалась в книжке. Уходите. Задерживайте очередь. Следующий. Имя? Кролик-попрыгун. Попрыгун? Откуда ты взял такое имя? Ну, я все время прыгаю везде. Ну да, да, это моя вина. Я должен был догадаться. Ты женат? А вы как думаете? Род занятий? У тебя есть работа? Я работаю раз в году, на Пасху. Род занятий? Пасхальный кролик. Имена детей? Вы, наверное, шутите. Мэрил, скажи, как их зовут? Милли, Билли, Тилли, Дэн, Гарри, Ларри, Барри, Стэн, Бонни, Джонни, Ронни, Ли. Это было достаточно для нас, но потом Бобин сказал попрыгун, что было бы замечательно, чтобы был кто-нибудь с именем маленькие ножки, а ножки у них потом стали как у буйволов. А потом я подумал, что нужно завести футбольную команду, а для этого нужно было завести еще двоих детей. Ну и вот, заново, Бенни, Ленни, Дженни, Джилл, Эдди, Тедди, Фредди, Билл, Полли, Молли, Донни, Пол. У нас всюду сплошные дети. Там бутылки, здесь пеленки. Дети летают повсюду. Дерутся, борются, кусаются, пихаются. Милли, Билли, Тилли, Дан, Гарри, Ларри, Барри, Стэн, Бонни, Джонни, Ронни, Ли. Достаточно. Прекратите. Все.
Хватит. Есть еще Энди, Мэнди, Сэнди. Мы здесь уже несколько часов стоим. Чем вы здесь занимаетесь? Скорее, скорее, давай, бобин, попрыгун. Заходите. Все эти кролики, они размножаются прямо как люди. Энди, Мэнди, Сэнди. Следующий. Имя — это я, Блинки Билл. Ты? Вы что, обо мне ничего не знаете? Я знаю уже о тебе даже слишком много. Анжелина, отведи этих двоих в северную пещеру, а этого в другое место. Подождите минуточку. Я хочу спросить у вас кое-что. Где моя мама? Тихо, тихо, тихо. Пойдемте, дети. Где моя мама? Блинки, тихо, не шуми. Ее пока здесь нет. Прости. Теперь вам нужно поспать. Утром мы ее поищем. Это тебе, Блинки. Да, это все, что у нас есть. Они срубили все деревья и отвезли их на лесопилку. На лесопилку? А где же эта лесопилка? Лесопилка там, где-то далеко, очень далеко отсюда. А туда попасть? Ну, нужно перейти горы. Там будет река. Она глубокая, широкая и очень быстрая. Звери из леса на лесопилку не заходят. Кажется, моя мать должна быть там. Нет, Блинки, ее не может быть там. Туда никого не пускают. Он беспокоится о своей маме. Как бы я хотел, чтобы мы все сейчас вернулись домой. Что такое? Я не могу ждать здесь. Я сейчас же отправлюсь на лесопилку. Если мама там, я найду ее. Я пойду с тобой, Блинки. Да, я тоже. И я тоже пойду. Нет, нет. Я одиночка. Ах, Блинки, ну мы же твои приятели. Подождите, молодые люди, не делайте никаких глупостей. Там люди, знаете ли, а там, где люди, там опасность. Меня ничто не пугает. Я просто живу опасностью. Почему тебе не подождать здесь? Ты попадешь в неприятности. У меня уже неприятности. Если у вас нет мамы, у вас большие неприятности. Я пойду. Не делай этого. Я найду мою маму. Подождите, убедитесь. Смотрите-ка, он в самом деле ушел. Я пойду с тобой. Ты можешь кого угодно до смерти перепугать. Прости. Ты что собралась делать? Я иду с тобой. Ну, почему бы и нет? Но больше меня так не пугай. Пошли. Блинки! Блинки, держись. Хватайся, Натси. О, нет. Вот видишь, я хороший пловец. Пошли. Ну давай же, Натси. Посмотри-ка. Люди. Да, я полагаю, это они.
Это из нашей деревни. Пошли. Я не думаю, что она там. Ты, наверное, права, но я собираюсь убедиться в этом сам. Ты никогда туда не попадешь, правда? А ты посмотри. Это просто. Я проникну туда со скоростью молнии. Никаких проблем. Я просто... Ну, я... Тут... Сейчас перелезу, а потом... Я... Нет. Я вот собираюсь, знаешь, что сделать? Мама! Ты слышала? Знаешь... Иногда я слышу голос моей мамы. Я ее так люблю. Бедный Блинки. А, заткнитесь. За мной скорее. Hello, Dad. Привет, пап. Mom. Мама. Dad's back. Папа вернулся. Да заткнитесь же. Здесь для вас ничего нет. Гаси свет, Клея. Ложись спать. Натси, просыпайся, уже утром. Что такое? Я не знаю. Я опять... Слышу всякие звуки. Только не люди. Перестарайся, а то мы все взлетим на воздух. Right, boss. Хорошо, босс. Gotcha. Я понял. Yeah. Хорошо. Коттедж Роуз. Марсия жила там. Oh, дом Марси. Это мой дом. Давай, давай. Мы ничего не можем сделать. Что происходит? Давай, давай, давай. Я сказал тебе не перестараться.
Почему они с нами так поступают? Обед готов. Юрий. Прекрасно. Джо. Гарри. Эй, босс! Ланчтайм! Обеденный перерыв. Вот это да. Да, вот именно. Я умираю с голода. Да, Джо, ты вечно умираешь с голода. Я не думаю, что моя мама где-то здесь. Пошли домой. Бруно, Хильда, обед. Не волнуйся, Нэтси. Хорошие собачки. Я не боюсь собак. Лея, гаси свет. Доброй ночи, Гамли. Ну хорошо. Уже достаточно стемнело. Сейчас у нас все получится. Я пойду первым. Это не твоя мама. Смотри, ворота закрыты. Закрытые ворота? Никаких проблем. Гарри, просыпайся, Гарри. 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 Что? Что? Что такое? Что случилось? Они с ума сходят. Ты не слышишь их? Они всегда такие. Гарри, я не могу выносить этот шум. Ладно, ладно. О, чертовщина. А ну заткнулись вы. Что это было? Ничего, Клея. Возвращайся в постель. Планы изменились. Что ты собираешься делать? Смотри. Слишком далеко. Ты промахнешься. Я никогда не промахиваюсь. Ты промахнулся, смотри. Да я просто пристреливался. Гарри! Ну теперь-то что? Смотри, Гарри, темно. Обычно ночью бывает темно, Фло. Аварийный свет не горит, Гарри. Ну так что? Кто-то вырубил этот свет, Гарри. И там что-то происходит, Гарри. Что-то там случилось. Ну хорошо, хорошо. Я проверю. Вот и попробуй здесь уснуть. Да здесь человек может умереть от недостатка сна. Смотри, Гарри, темно. Кто-то врубил свет, Гарри. Там что-то происходит, Гарри. О. Нэтси, беги. Но я поймал тебя, ты маленький дьявол. Блинки.
Why, I ought to wave. Treat you. Нация. Нация. Больше я ее не видел, она просто исчезла. Я знаю, что нация где-то там. А теперь я разозлился. Я по-настоящему разозлился. И когда я вернусь туда, я... Прими совет от старого вомбата. Не торопи события постоянно. Ты не сможешь спасти нации, пока не узнаешь, где именно она находится. Почему тебе не послать одного из своих товарищей туда, на лесопилку, чтобы он огляделся хорошенько, кого-нибудь, кто действительно очень мал, и кого люди не заметят? Ну, я готов пойти, Блинки, но Вомбат прав. Да, да, я знаю. Спасибо, Вомбо. Не зови меня Вомбо. Ну, хорошо, Вомбо. Блинки, Блинки. Ты же не собираешься есть ее, а, Блинки? Драться хочешь, да? Драться хочешь? Успокойся, Марси. У меня есть для тебя важная работа. Работа? Для нее. Заткнись, Джака. У меня для тебя работа найдется. Мне нужна твоя помощь. В самом деле, да? А в чем дело? Я тебе скажу. Это просто замечательно, Блинки. Я так и знал, что тебе понравится. Кроме того, ты самая храбрая, самая сильная и самая дрочливая мышь в лесу. Ну а ты, Джака, я с тобой, Блинки. Ну вот. Я вообще-то не знаю, подхожу я для этого или нет. Самая крутая мышь в лесу. Конечно, ты подходишь. Но я такая маленькая. В этом-то все и дело. Чем меньше, тем лучше. Ну, давай, соберись. И вообще, разве хоть один из моих планов когда-нибудь проваливался? Да, очень многие планы. Каждый раз. Я тебя не спрашивал, Джака. Джака, готов? Марсия? Вперед! Удачи! Увидимся! Пока! Пять минут, полет нормальный. Пока, пока. Доброе утро, Гамли. Ой,
Да ты настоящая. Настоящая коала. Мне что, это снится? Я глазам своим не верю. Завтрак. Все на кухню. Мышь! Мышь! Это же... Ванная. Ружье одно. Швабра одна. Ключи на прикроватной тумбочке. Очень важно. Завтрак. Нация. Нации? Что они с тобой сделали? О, боже. Это что такое? Это сюрприз. Игрушки за стол брать нельзя, Клея. Но это кое-что особенное. Вы готовы? Прекратите! Оставьте ее в покое! Бруно, Хильда! А ну, убирайтесь отсюда! Зачем ты эту глупую штуку сюда притащила? Она не глупая штука, она очень красивая. Она всем понравится. Ну, вообще-то мне не нравится. Я ненавижу эти вещи. Давай вернем ее в лес. Дом не место для диких животных. Ну, пап, она же еще ребенок. Она умрет без мамы в лесу. Ну, тогда отправим ее в зоопарк. Я сегодня утром поеду в город. Заброшу ее в зоопарк по дороге. Нация едет в зоопарк. Что вы делаете? Убирайтесь отсюда. Я отвезу ее в зоопарк, и все. Ну ладно. Все, попалось. Ha 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 ha!
Пошли. Алло! Эй! Марсия! Марсия! Джеко! Джеко! Here! Я здесь! Джеко! Джеко! Джека, Джека, мой блокнот. Покажешь мне его позже, Марсия? Я очень занят, я лечу. Нет, Джека, я забыла его. Вернись. Там все мои записи. Вернись. И вот я пробралась прямо внутрь, и меня чуть не убили, Блинки. Подожди, а как же я? Меня чуть не убили два раза. Это больше, чем тебя. Да ладно, вы двое прекратите. Ну, а как же Натси? Ты видела ее, да, и она отправится... Она отправится в... Забавно. Необычайно. Она отправляется... Кажется, я ведь записала это. Ну, наверное, они ее набьют. Набьют? Что ты имеешь в виду? Набьют. Набить нации? Люди делают это с животными, знаете ли. Они наполняют их ватой. Ой, это, наверное, очень больно. А потом продают их туристам. Ой, бедные вещи. Вот так. Все. Я сейчас же возвращаюсь туда. Кто со мной? Эй, банда. Да. Ну ладно. Очень хорошо. Что мы сделаем, чтобы попасть туда? Я все уже обдумал. У меня есть план. Разве мои планы когда-нибудь проваливались? Флап, пригнись. Флап и Марсия. Сплодж, ты останешься здесь со мной. Ага. Лея, гаси свет. Да, мама, доброй ночи. Флап, начинай копать. А, да. Гарри. Там очень тихо. Ну да, хорошо. Это нехорошо. Прошлой ночью было слишком шумно, а сегодня слишком тихо. И нет, я проверять не пойду. Thank you.
Теперь ты пойдешь первая. Нет. Они могут опять этим воспользоваться. Карта. Так, это север. Нет, это восток. Дай-ка мне. Я же раньше здесь была. Нет, нет. Теперь ты порвала ее. Все, мы заблудились. Нет, это запад. Нет, а может быть это юг. Я уверена, что спальня в том направлении. Ну, а что сказал Блинки? Да, ключ на прикроватной тумбочке в спальне человека. Глупый. Я видела их. Выключи же свет. Выключи этот свет, Гарри. Шуми. Скорее, к воротам. Отопри. Бросай, не могу, слишком далеко. Глупый, смотри. Давайте, собачки, поймайте меня. Бросай, сейчас же. Прыгай, сейчас же. Сплотч, ты оставайся здесь на страже. Если будет какая-нибудь гроза, сразу свистни. Хорошо, пошли. Скорее, глупая. Я думаю, это нация. Сначала бери ружье. Им нужна помощь. Отдай мне. Не надо так делать.
Барри. Да, я знаю. Да, собаки. Я убью их. Эти собаки. Ну, готовься, целься. Что это было? Что за взрывы? Кажется, за тобой пришли. Скорее. Что произошло? Я не знаю. Эй, открывай, открывай. Скорее, открывай. Давайте, занадься. Скорее, скорее, открой эту дверь. Ну, открывай сейчас же. Что происходит? Открой дверь. Наци! Наци! Открой дверь. Открой дверь, Наци, открой, открой. Глупый, это же просто игрушка. Странно. Это Сплотч. Надо помочь ему. Он в опасности. Открой дверь. Открой сейчас же. Беги. Беги. Что там у вас происходит? Ну, я доберусь до тебя. Джо, останови эту машину. Ты слышишь меня? Сплотч, сюда. Джо, черт тебя подери, выключи ее. Наци? Наци! Бежим же, скорее! Еще веревок! Скорее, сейчас! Фло! Пошевеливайся, давай! Уже сейчас! Обрежь веревку. Ты
Наци, прыгай! Стреляй! Стреляй, Джо, стреляй! Осторожно. Stand back. Отойди назад. On guard. Защищайся. Плыви, плыви! Джо, скорее! Джо! Джо! Come on, you idiot! Давай скорее, ты идиот! Иду, иду! Джо! Give me a hand. Дай мне руку! Давай! Ну давай же! Right. Хорошо, босс! Блинки. Блинки. Что? What do you mean?
mean? What? Что ты имеешь в виду, что? Ты зачем меня позвала? Блинки, что будем делать? Грузовик. Мы возьмем грузовик. Замечательно. Кажется, это был голос моей мамы. Скорее, скорее, Блинки. Иду. Толкайте. Давайте. Не заводится. Блинки. О, боже. Мама, Блинки, мне говорили, что ты не хотела уйти из дома. И вот ты здесь осталась. Я ждала тебя, Блинки, сынок, 5 дней и 5 ночей. Блинки, Блинки, мой малыш. Блинки, что? Иду. Нам нужно торопиться, мама. Сейчас же нужно идти. Ну вот, я нашел свою маму. Вот это да. Бежим. Миссис Куала, миссис Куала. Прощайте, маленькие куалы. Я люблю вас.